приехала на работу. Приехала на работу со своей чашечкой, как всегда. А у нас тут течет ручей, бежит ручей. Так, я пошла. Все, пока. Приезжайте. Мы с Мишей улыбнулись. Там в яме сидит Валера. Бедненький. Ну, поняли, яма такая. Та, которая яма. И все командуют. Стоят человек 6 и кричат: Валера, аккуратней, Валера, левее. Бедный той Валера. Так, все, я уже на работу, бо я уже даже одну минуту назад должна была быть на работе. Я отработала маленький форс-мажор у нас, у меня. Поэтому немножко там переписываюсь с клиенткой вечерней, прошу ее перенести. Такое тоже бывает, редко обращаюсь, но редко я с такими именно обращаюсь. Обычно стараешься все запомнить, всех взять. В общем, у нас дубль 2, мы идем искать курточку. Куртку. Сегодня ночью я уезжаю на 2 дня. А думала, что уезжаешь послезавтра утром. Завтра вечером, ночью. Типа субботу на воскресенье. Ну нормально так перепутала. Такая большая дочь. Сейчас другую. То, что большая, вижу. А, это жилетки. То, что вижу, дочь, 42-й, это большой на тебя. Тебе надо 36-38. А ну-ка. Не, вот это. Вот это, ну, бомбер тоже. Я никак не могу привыкнуть, что они такие огромные сверху. Как тебе? Мне нравится. А ну. Красивая, и села хорошо. А тебе? Нет. А капюшон подкинь. Классненькая, дочь. А ну, повернись. Добрались до Страдивариуса. Сейчас глянем, что тут. На зиму. Не знаю. А тебе такая нравится? Прикольно. Давай, бери, меряй, что нравится, а там посмотрим. Белую, конечно же. Викусина слабость. Я люблю все белое. Поэтому никогда не отговариваю ее от белого. Даже вот если сейчас захочет брать, то возьмем. Черная есть, Элька. У меня все белое и черное. А? Подожди, давай сфотаю тебя. Как тебе? Мохнатые карманы. А? Мохнатые карманы. Ты как качок какой-то, знаешь, вот эти некрасиво, как... Да. Не, пошли другу. Еще одна курточка. Вроде короткая, длинная, но хорошо. А ну, раз, вернись. Где ты? А ну, иди сюда, сюда встань. Ну, сидит хорошо. Аж какой-то размер. Ну, все, классно. Обалденно. Ага. Ну, шапка и под белую эту куртку пойдет. А шапку, кстати, надо брать, у тебя нету. Как, классно, да? Слышишь, классно вот так вот. А ну, между этой. Что ты делаешь? Ты говоришь, что ты устала, но, блин... Мам, пожалуйста, мне не смешно. А мне очень смешно. Ты Кавказ. Так померяй, одень хорошо. Одень хорошо. Как ты шутки шутишь? Одень хорошо. Ну, можно спешить и шутить шутки. Нет, это просто у тебя не получается спешить и шутить. Но при этом ты тратишь время на фигню. Вы поняли? Ну, подожди. Все, куртку выбрали. Вот она, красотка. Дай я тебя сдалека сниму. А ну. Идет. Девочка, рюши, бантики, платьюшко. Все, как мамочка хотела. Все, красотуля. Вот так выглядит. Взяли медовичок мне и чай. У Миши тоже медовичок, у Виктории снеговичок. А, какая-то ватрушка. Сырник. Запеканка, походу, сырная, да, дочь? Викусь, ты рада? Ну, слава богу, осталось еще на зиму выбрать куртку и шапку на зиму, да, дочь? Ну, шапку на зиму и куртку на зиму. Длинную, зимнюю. Короче, я чувствую, что даже когда на зиму мы купим куртку, она будет ходить вот в этой короткой всю зиму. Нет. Называется куртка «Лечи жопу». Ну, или еще другое. Что? Ничего. Ладненько, кушаем, едем домой собираться. Какая милая лавочка тут. Мы, что мы?
Нам надо еще куда? В магазин. В магазин за тормозком, потому что нам туда. Правильно? Правильно. За тормозком на 2 дня. А? За тормозком на 2 дня. Да, нужно купить тормозок, поэтому мы сейчас не домой. Мы сейчас еще в магазин купим тормозок Виктории. Я уже все, я до сих пор смотрю куртки. Хотя уже не надо. Надо зиму найти. Идем в магазин за тормозком. Глянь. Так, что здесь? Что здесь? Здесь у нас на столе была распаковка типа, но она уже не распаковка, а не пойми что. Даже снимать нечего. А я, кстати, купила лист алоэ. Во-первых, Елисею буду наносить на руки. Сделаем, чтобы он растирал бы. У него очень кожа на руках испорчена. Во-вторых, Викусе на лоб от прыщей, себе маски делать. Виктория, сейчас надо собирать тормозок, плюс собирать чемодан. Плюс... Всем доброе утро. Кто ведет активный образ жизни, тот в 3 утра не спит, 3:30, а едет выступать. Да? Угу. Это уже можешь не застегивать, главное сейчас выходить. Там уже вон люди, мама, папа. Ты с корзиной и красная шапочка. Точно, красная шапочка. Там уже людей много. Мамы провожающие. Анна Васильевна уже в образе. Как снежная королева. Короче, мы провожаем дочь. А нам навстречу мужчина с цветами и со стаканчиком кофе. Вам меня не видно, но зато слышно. Знаете, как это ночные снайперы. Ночное рандеву. Он своими цветами сейчас получит по морде. Ну все, сейчас его отправим. Анна Васильевна сейчас... Так, мужчина говорит, идите до дому. Ой, фотма. Мужчина там, видишь, цветы уже дарит кому-то. Провели дочечку. Пусть Бог благословит дорогу. Миша выдурил у меня банку лечо. Я обычно не разрешаю открывать закрывашки до Викториной днюхи. А днюха у нее в конце ноября. Но он говорит, давай я у тебя куплю лечо. Дашь, я попробую? Ты ж не купил, я подарила. Ладно. Ой, невкусно. Хорошо, что не продал. Реально? Угу. Не гони. Угу. Смачного. Мишина порция. Все там. Голодна дитинка. Кучерявый. Смачного, сынок. Спасибо большое, мам.